На территории образовательно-досугового комплекса «Кайнар» 7 мая были инсценированы события военных лет. Воспитанники этого заведения представили зрителям небольшое театральное представление, а танцоры и музыканты исполнили свои номера. Сегодня у нас на территории «Кайнара» в рамках Дня защитника Отечества и Дня Победы проводится традиционный майский Арбат. Сегодня в Арбате участвуют туристы наши туристического клуба «Зёс». Они проводят малый туристический слет. Проводится зорница, военно-полевая игра нашими школами. Вся площадка была разделена на несколько частей. Здесь и сцена для концертно-театрализованной программы «В лесу при фронтовом» от студии «Маска». Веселые старты, футбол, а также туристический слет, где ученики школ города под руководством своих преподавателей готовили солдатскую кашу. Мы представляем 24-ю школу города Кибастузова. С ребятами сегодня пришли на территорию ОДК «Кайнар». Проводится вот такое мероприятие. Значит, мы сегодня с ребятами сварили на костре солдатскую кашу гречневую на свежем воздухе. Хотел бы поздравить всех и кибастузцев, всех казахстанцев с Днем защитника Отечества. Желаю крепкого здоровья, успехов, чтобы наши мужчины, ребята, чтобы защищали наше Отечество. А также хочу поздравить с приближающимся Днем Великой Победы всех казахстанцев, всех ветеранов, всех участников тыла. Я хочу поздравить всех кибастузов с этим праздником. Я желаю им счастья, здоровья, и чтобы наш Казахстан был всегда мирной страной. Кроме этого, в холле здания расположилась выставка картин и поделок от учащихся и преподавателей учебных заведений города.